Костя, на дверь встань, Костя. На свою, на водительскую. На водительскую дверь встань просто и все. Вот здесь стой. Илья, то же самое, Илья. Ты на бампер встань, Костя, на бампер вставай. Хорош оторвет, блядь. А что там за пацанов беспокоиться? Смысл? Они плавать умеют, а мяса нет. Заводите, газуйте! Гребите. А там что, нейтралка у вас или что, пацаны? Нейтралку надо поставить. Илья, держи, держи! Держи мясо! Чё, мясо там? Илья, держи мясо! Вон оно плавает, я вижу! Все трезвые, кстати, блядь! Кто пьяный? Один Климов пьяный! Костя трезвый! Макс, подальше назад, да? О! Супер, супер! Леша, держи бревно, Леха! Двумя руками! Леша! Тяни, Лёх! Всё! Вещи дохуя чего было. Черные какие-то кроссовки, зеленые какие-то кроссовки, блядь, все было. Новые, блядь, это не факт. Теперь они бэушные, блядь. Слушай, ну а что, надо в обратку возвращаться, добежать сюда? Слушай, да, блядь, нормально трассом перетащим любого, блядь. Трассом. А как ты перетащишь? Ты перейти не можешь. Как ты перетащишь? Трус кинул и все, блядь, зацепил и потащил. Вон три техники, блядь. Будь дергать и дергать спокойно. Где третья, блядь? Не, ну две я имею в виду. Там и Ренат на квадроцикле стоит, заебан. Не, нормально, легко перетащить. А вот ты где, да? Я тебе, блядь, сейчас покажу. Вот прицепите меня и спокойно. Через форточку выпили. Квадрик, они ж плавают, блядь. Ну? Он даже не утонет, нахуй. Ты заглушил его? Конечно, цепанул нахуй, все. На нем можешь рядом стоять, рядом с ним держись и все. Ну за него сам главное держаться. Да, и все. Я пытался перейти, меня веревка не убирали. С этой стороны, не с той стороны, а с этой стороны. Веревка не смог удержаться? Нет. Веревка меня с берега держали вдвоем. Нихуя я. С той стороны? С этой. С этой. Да. Я не, надо с той стороны. С той стороны, чтобы тебя веревкой тянули, как бы, и все, и переплывешь так же, блядь. Он, ну, видишь, белая, плавает. Ну, руль, видишь, крутится. А ты, он когда плыл, когда плыл? Рулил и рулит. Рыбку не задави, блядь. Рулит, короче, рулит. Рулит. На твоей подушке красно-белое написано. Да, да, да. Там руль Мома, блядь, стоит. Крутится руль все время. Вот сейчас, если оторвется... Двери откройте! Все, двери открывайте! Двери откройте! Двери открывайте! Воду спустите! Туда еще был. Пинай ее сильнее. Квадрик достали, да? Тут с горем пополам. Да? Ну, ну он набрал? Набрал его все уже. Этот утопленник даже теперь не продашь. Только не говори, блядь. Все, я ему сказал уже.
Я говорю, звони в контору, пусть масло везут тебе. Передний, задний редуктор, коробку и двигатель, и все, поедешь дальше. Ну да, на базу пусть бросили бы, и все. Если сейчас не привезут, то ничего не сделаешь. Нива! Короче, ездила только в сад. Возил рассаду. Целлофан, блядь! Пацаны, а че у вас с передним номером, пацаны? А ее давно, блядь. Мы сняли, чтобы не забрать. Ну на базу вези ее, блядь. Ренат, я тебе могу сказать... Я тебе могу сказать одно, я телефон утопил. А телефон базы только у меня, блядь. Телефон утопил, блядь, я сейчас понял, что у меня есть паспорт, паспорт. А нахуй ты с собой паспорт взял, блядь? Вдруг предъявлять буду червякам, рыбкам. В Турцию хотел съебаться, блядь, отсюда. Смотри, тут, блядь, горка горит. Все, блядь, Леха Светов, что стоит. Тебя унесет, блядь. Гера, включи камеры, камеры включи. Мазохист Гера. Руками, Дмитрий, руками. Отвечайте, блядь. Стой! Стой, стой. Стой, ма. Все, заводи, Гера. Заводи, выезжай. Так подождать нельзя было, всех бы, блядь, перевезли, да? Первый год. Блядь, хорош, стой, стой. Все, стой. Давай, поехали. Куда поехали? Держи ты это, да? Thank you.
Что закрывается? Уже не закрывается просто. Диджей, вас как она уплыла, Мак, ты рассказывай. Вот так, она вот так утонула, прикинь. Ее течение сначала как поплывок, вот так несло, она потом об ветки уебалась, вот об дерево. И потом вот так утонула, короче. Прям вот так, блядь, они стоят на багажнике. Залупон был, конечно, весело. Печка есть или есть? Все сухое? Ага, блядь, просушенное.